Новая выставка в Казак-палаце должна привлечь внимание специалистов, работающих с композитными материалами. Стеклопластики и композиты – это та отрасль, где не прекращались научные исследования даже в самые сложные для украинской экономики времена. Поэтому в данной сфере наша страна находится на уровне мировых стандартов, подчеркнули организаторы выставки во время ее торжественного открытия. Эти материалы широко используются в высокотехнологичном машиностроении. Не случайно нынешняя выставка проводится под патронатом Министерства промышленной политики и Национального космического агентства Украины. Именно композиционные материалы дают большой эффект. Это снижение массы и обеспечение необходимых характеристик для двигателя. Мы применяем эти композиты уже непосредственно на наших моторах для конкретных решения конкретных задач. Цель специализированной выставки – содействие отраслям промышленности, которые используют современные конструкционные материалы. А это не только авиация и космонавтика, но и судостроение, энергетика, строительство, коммунальное хозяйство и бытовая продукция. Представители науки и производства смогут обменяться опытом в сфере изготовления новых материалов и технологий их применения, проанализировать рынок, обсудить конкурентоспособность продукции и технологий, установить новые деловые контакты. Такую же выставку в прошлом году посетило больше 2000 специалистов из нескольких стран. Эта тематика интересна в первую очередь промышленным потребителям, машиностроительному комплексу. Здесь есть возможность интерактивного общения между специалистами, между научными деятелями. То есть не просто увидел, а поговорил, выяснил, задал необходимые вопросы. Параллельно будет проводиться научно-практическая конференция, посвященная тенденциям развития современных композитных материалов. Выставка «Композиты и стеклопластики 2009» будет проходить до 24 апреля. Время ее работы с 10 до 18 часов.